Een goeie avond. Wat we zo dadelijk doen, dat is toch wel een beetje ongewoon. We kijken in de cabine, in het hart en in de ziel van ruimtevaarters. Dan nog wel van Russische cosmonauten. Ten tijde van hun wedloop met de Amerikanen zou dat echt niet gekund hebben. En nu mag het. De buitenaardse wezens van de jaren 60 kregen in deze documentaire als het ware menselijke dimensies. En het blijkt al vlug dat er niet allemaal rozengeur en maneschijn was. Het begon al met de bijzonder harde voorbereiding. Het lichaam van de cosmonauten werd meedogenloos getest in simulatoren. En wiegen en schommelen zonder einde. Het was echt geen pretje voor die mannen. En ook de vluchten eisten het maximum van geest en lichaam. Na verloop van jaren werden de vluchten altijd maar langer. De afwezigheden van thuis natuurlijk ook. Het werden echte martelingen, zodat de cosmonauten liever niet meer aan vrouwen en kinderen dachten. Sommigen onder hen deden onderweg depressies op die achteraf niet meer konden weggewerkt worden. Ze huiverden ook wel voor de terugkeer, want in de Russische ruimtevaart gebeurde dat niet altijd zonder horten of stoten. Als het er een beetje ruw aan toe ging, moesten de cosmonauten zelfs gereanimeerd worden. Soms werd de terugkeer uitgesteld, zoals op dit eigenste ogenblik het geval is. Twee Russen en één Duitser zitten momenteel vast in hun ruimtestation. De raket die hen terug naar de aarde moet brengen, is niet tijdig klaargekomen. En nog erger, hun maaltijdenfabriek is met sluiting bedreigd, want veel te duur. Het zijn wel zeer aardse problemen waarmee de pioniers van het heelal zitten opgescheept. Over hun twijfels, hun emoties en angsten horen we de cosmonauten nu aan het woord. Сейчас попробуем фонограмму сердца сделать, подсовывая под костюм. А микрофон, это как раз здесь датчик, у меня реки нет установлен, под него ставлю. Левочная артерия. Вот сейчас делаю глубокие вдохи и выдохи, пытаюсь проанализировать экскурсию, емкость легких. Вроде бы свободно, но немножечко какое-то стеснение все-таки есть.
Когда я вступил, мне было 27 лет. И однажды я, например, на специальной подготовке в горах, далеко в Тяньшане, высоко, где-то на леднике подумал, да я такой молодой, неужели я когда-нибудь состарюсь? И когда сбудется моя мечта? Потому что я был на Тяньшане, я был на высоте и вроде бы ближе к небу. И думал, а когда я полечу туда? Это так же, как альпинист, который карабкается в гору, он не знает, для чего он это делает. Он хочет преодолеть себя, хочет, если ему это удастся, он будет себя чувствовать человеком. Если не удастся, он тоже что-то будет чувствовать. Но это уже будут совершенно другие ощущения. Преодолеть себя – это главное. Испытать вот те ощущения, которые удаются не каждому человеку на Земле, а только немногим людям. Что они могут испытать в космическом полете? Мне это хотелось посмотреть и ощутить самому. Мне казалось, что вот я-то своими глазами, так сказать, обязательно что-нибудь увижу новое и найду что-нибудь интересное. Найду то, что ускользает от внимания других. Конечно, это не обоснованно, потому что, в общем-то, возможности у многих есть для того, чтобы отыскивать что-то необычное. Но мне казалось, что именно мне удастся. Ну, не может быть, что невозможно за длительное время найти что-то очень интересное. Мне хотелось найти что-то очень интересное. Вспоминаю эпизод. Вот я сижу уже в ракете. Вот-вот должен быть старт. Я думаю, не дай бог, вот он сейчас отменится. Я не знаю, вот будь пистолет, я бы застрелился. Потому что мне стыдно людям в глаза смотреть. Я столько времени, на меня государство потратило деньги. Я столько времени учился для себя, для них. И если не начать это дело, ну, это называется, наверное, какой-то, ну, прерванный акт. Это действительно, я грубо говорю, но действительно это вот так. Когда вышли на орбиту, ну, все необыкновенно. И невесомость, и какие-то белые точечки, которые видны там, проходят мимо иллюминатора, как будто звездочки. Ну, потом мы сообразили, что это просто-напросто пыль, пылинки, освещенные Солнцем. Восходы и заходы Солнца, их 16 раз за сутки. 16 восходов, 16 заходов. И все это необыкновенные краски каждый раз. Оказывается, горизонт не один, а их как бы несколько слоев яркости. Полярные сияния, карты Земли расцвеченные, красочные. Красивая голубая вода с белыми облаками. Та картина, которую я мечтал увидеть вот всю, так сказать, свою жизнь сознательно, готовясь к космическому полету. Я ее увидел, но она была настолько необычная, она была не внизу, а вверху. Ну, корабль у нас был в каком-то неориентированном положении. Просто он оказался вверху. Это было так необычно. И вот это все. И я даже сначала не ощущал вот эти неприятные ощущения, связанные с невесомостью, а было чувство какой-то радости, какого-то парения. Как, знаете, во сне иногда бывает, ты летишь, вот радость такая какая-то, какой-то такой предсмертный вот такой бывает, знаете.
Я совершенно для себя неожиданно почувствовал, как мала наша земля. Представляете, 1,5 часа нужно всего, чтобы облететь нашу землю. Всего 1,5 часа. И когда вот смотришь вот на это, и сидишь в корабле, значит, половина летишь над светлой частью, где день, половина в темноте, где ночь, и все это за 1,5 часа у тебя сутки длятся вообще, если так говорить по свету и тени, сутки длятся всего 1,5 часа, то невольно задумываешься, ну, как же мала, в общем-то, наша планета. Ну, а потом дальше я, значит, как-то тоже невольно себе представил, что наша Земля – это, собственно, песчинка в океане Вселенной. Сережа, письма нашел? Ну, те первые, которые ты отсылала, похоже, еще нет. Да, ты не нашел? А видеокассета пришла? Видеокассета есть. Есть, да? Ну, как тебе, Ольга? Да, ну, смотри, он вообще кулак сосет. Утром встает, первым делом бежит в спальню к телефону, берет трубку и говорит: «Папа?» Лена, видишь, да? Я думаю, Сереже будет еще время тут выучить ее или почитать, или ознакомиться. О, очень интересно, конечно. Называется «Новый завет Господа нашего Иисуса Христа». От кого? Митрополит и такая красивая роспись. Вообще, конечно, мир перевернулся. Митрополит в космос отправляет Библию. Сереж, вообще у тебя возраст Христа, говорят. Видишь, на небесах сижу, как положено. Оля. А, Оля. Она тут папа кричала, но, понимаешь, когда микрофон подносишь к ней, то она замолкает. Скажи что-нибудь. Не реагирует, Сереж. Возвращайся скорее, а то ребенок уже забыл напрочь. Я погасил свет в станции, открыл крышку, взял бинокль. В общем-то, я такого ничего особенного не ожидал там увидеть. И просто посмотрел в космос. Не на Землю, а в космос. И эта картина вдруг меня поразила. Космос не черный, а он серый. И серый он из-за того, что видно так много звезд. Их так много, что они удаляются, становятся все меньше, 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 меньше. И превращаются в сплошную такую серую, сероватую стену. И ты на фоне этой стены, конечно, видны большие созвездия, те, которые мы видим в Земле. Но ты понимаешь, что это сплошная материя. Вселенная – это материя. Ее так много, она заполняет все. Когда я увидел вот эту звезду и понял, что это действительно бездна, первое, что пришло на ум, это что лететь к ней, к этой звезде, наверное, тысячелетия. И на этом же не заканчивается наш мир. Очевидно, еще дальше и дальше. И конца этому нет. Это настолько меня потрясло. Я говорю, что у меня какое-то аж такое физическое ощущение, как говорят, вот мурашки по телу пошли. Я вот сидел в каком-то отдельном отсеке, у иллюминатора, наблюдал меня. Мне почему-то очень часто, почти всегда казалось, что на меня со стороны кто-то смотрит. Вот я слышал прекрасно голоса своих друзей, там они в другом отсеке, там занимаются какими-то своими работами, вещами. А мне невольно, ну, знаете, когда тебе смотрят, там, допустим, в затылок или сбоку, ты невольно чувствуешь этот взгляд. И невольно хотелось посмотреть в эту сторону. И казалось, что на меня кто-то смотрит со стороны. Мистика. Космос вроде как бесконечный, очень большой. А с другой стороны, и в голове-то у нас вот здесь тоже бесконечность. И как мы никогда не познаем сами себя, так мы никогда и космос-то, в общем, не познаем. Это
слетав в космос, мне вот кажется совершенно очевидным. Потому что чем мы больше выясняем что-то, тем больше возникает вопросов. Чем больше выясняем в космосе, тем больше возникает вопросов о нем, о этом безграничном каком-то мире, который живет по своим законам. Ну, откровенно говоря, так хочется вот совсем как бы нырнуть, окунуться в это вот огромное пространство, что иной раз, вопреки даже законам безопасности, человек и хочет вот взять так, встать лицом к станции и двумя руками от нее оттолкнуться. Вот вроде отталкиваешься от своего дома, там, от пуповины матери, как-то вроде негуманный, вообще против физиологии человеческой. А с другой стороны, кто его знает, где твой дом-то, может быть, в этом безбрежном космосе, и туда тебя, в общем-то, всеми фибрами такой исторической, что ли, своей души тянет. Недавно кушали и отметил вот так вот, ну и сам у себя, и по опросу ребят, и по наблюдениям, что довольно интенсивное идет газообразование на этом рационе. Ну а что едим? Едим мясные блюда в основном, вот, творог тоже кушаем, соки, и так довольно интенсивно, запах у всех одинаковый. Я тут попил немножко, пролетая над Камчаткой. Про Сахалин попил. Командир-то у нас на Сахалине служил. Вот. Ну так чувствуется, что в животе чего-то бродит. Сходил тут как-то в первые сутки. Жидкое, полу тверочь, так, в перемешку. Ну, чернослив сработал. И у меня сработал, и у командира сработал, и у Ахат сработал. Чернослив здорово работает. Больше всего меня поразило чувство тоски, которое вдруг совершенно неожиданно наваливается. Дикая тоска. Когда и не представляешь, почему это так, откуда она берется. Видимо, это действительно неестественное состояние человека в космосе. Помните, Циолковский, когда начинал все это дело, он говорил, что когда-то земляне дойти, должны уйти с Земли. Это не так. Люди без Земли жить не смогут. Какие бы они прекрасные машины и новые планеты не создали. Или улетели бы на другие планеты. Не может человек. Поэтому вот это чувство, оно надавливается на человека. И начинает его давить. Дикая тоска. Ты не знаешь, куда себя деть. Единственное спасение – начать что-то делать. Какую-то работу. Ну, а какая работа у нас всегда была? Допустим, по программе ничего сейчас нет. Пожалуйста, пошел в туалет, начинаешь перекачивать бачки. Это работа постоянная у нас. Смотришь, через 5 минут уже что-то насвистываешь. То есть человек отвлекся. С сегодняшнего дня у меня эксперимент М103К, то есть это сбор суточной мочи. Но что сказать по поводу этого эксперимента? Отжимание мочесборником очень плотное, не
никаким образом не регулируется, несмотря на то, что я на ночь уже отсосал воздух, расправил эту оболочку, напихал туда салфетки, которые были, и оставил в таком положении в надежде, что резина каким-то образом хотя бы растянется за ночь, не будет так плотно отжимать. Но ничего подобного, конечно, не было. Действительно, ощущение такое, что у тебя кольцо, ты начинаешь сам по себе акт, а тебе не дают. И появляется жгучая такая боль в уретре. Выход из положения был какой? Очень сильно натузываешься, по сути дела, запредельные пробы вальсальвы, давление прессом живота. И с таким образом совершал я акт, как говорится, стиснув зубы, преодолевая боль. Ты находишься вот в этом металлическом. Ты работаешь, ты выполняешь программу. Никакие чувства у тебя человеческие, ты должен их забыть о них. Они все равно лезут в тебя, они пытаются в тебя залезть. И психика как-то их пытается выгнать. Единственное, когда она сдается, это во сне. Вот сны космонавт видит такие, которые никогда человек на Земле не увидит. Сегодня 18 марта закончилась вторая ночь с проведением М-18 или сна Канов. Приготовился спать. Погасили свет, лежал, желание спать было. Но затем, когда пошли первые признаки засыпания, какой-то вздрогнул, и после этого очень долго не мог заснуть, ну, наверное, часов, да, по крайней мере, наверное, до часа ночи, вот так. Ну, что мешало, то жарко как-то было, то подтек, то шапочка это давила, то под подбородком, значит, жар как-то пот скапливался. И, наверное, в общем, нахожусь уже на той стадии полета, когда сон приобретает здесь свою специфику, у такого дежурного состояния. То есть сон нормальный, хороший, но сон очень чуткий, реагирующий на малейшую помеху, на малейшее пробуждение. Я ловился на том, что просыпался от того, когда где-нибудь на расстоянии полметра или метра от моей головы зависал какой-либо предмет. И ведь он просто висел, а я просыпался, этот предмет мне мешал. В итоге мой терпеж где-то в час 30 кончился. Принял я две таблетки Родотеля, и где-то за минут 10-15 спокойненько погрузился в хороший нормальный сон. Подробности буду рассказывать специалистам при встрече. Ну просто начинают наплывать какие-то воспоминания. Ты идешь, включаешь кассету переговоров с землей. У нас обычно раз в две недели переговоры с семьями. Включаешь эту кассету, еще раз послушаешь эти родные голоса, как-то... Потом, может быть, еще раз их послушаешь. Вот это состояние пытаешься в себе перебороть. Чувство воспоминания о земле. И ты знаешь, что ты их должен перебороть, должен суметь. Это так же, как на фронте. Вы помните, вот сочинялись такие песни нашими композиторами. «Темная ночь», «Когда пули свистят по степи». Чувство состояния человека на фронте, оторванное от семьи. Он не знает, что будет дальше, что его ждет. Вот, но он вот, себя все-таки переламывает. Вот здесь очень похоже это состояние психологическое. Сейчас ведь 3 месяца уже будет. У меня уже вовсю шелушится кожа. Шелушивается пластами, кусками. Хоть не снимай носки. Ну, вообще-то можно как-нибудь пылесосы будет эти пласты поснимать, а то все это летает перед глазами. Это совсем приятно, когда смотришь на свои ноги. Ребята говорят, что к полугоду очищаются ноги полностью. Под ними кожа достаточно. Она светлая, какая-то, как у младенца. Ну, трудно сказать, назвать, можно ли младенцем кожу 46-летнего мужчины, но это кожа без всякой омозалелости. Наверное, невесомость, длительный невесомость, лучший способ избавиться от мозолей. Счастье – это очень острое чувство, согласитесь со мной. Острые чувства не допускаются в длительном космическом полете. Их надо избегать, какие бы они ни были. Надо сглаживать, уметь сгладить в себе это. Поэтому счастье было в момент посадки. Вот это было счастье. Там ты можешь уже делать все, что ты хочешь. Радоваться, плакать, смеяться, обнимать. В космосе надо уметь так себя настроить, чтобы эти острые ощущения, такие как, допустим, счастье или горе. А ведь были и такие моменты у наших космонавтов, когда приходили сообщения очень горестной Земли. На них сумели перебороть, сумели срезать эту вещь. Ну что говорить, чего не хватает, все об этом, конечно, знают. Для мужчин не хватает, естественно, этого фактора. И никуда ты здесь не
денешься. Но все проходит естественным путем. Может, какие-то элементы раздражения, астенизации накапливаются, но вместе с полюциями они как-то и проходят, на время успокаиваешься, а потом и вообще как-то притупляется это ощущение. Но мы вот сейчас, готовясь к возвращению, стараемся не притуплять. Служба психподдержки при этом, кстати, снабдила нас сейчас хорошей психологической поддержкой в части цветных хороших фильмов, которые у нас пробуждают волю к нормальной мужской жизни. Да и нечего этого стесняться. Все-таки каждый мужчина, у каждого семья, у каждого жена, и, может быть, предстоит и продолжение рода кое-кому. Вот это, конечно, проблема. Этап спуска с орбиты – это настолько эмоционально, психологически сложный этап, и он действительно очень рискованный этап. Но уже земное тебя посещает. Все обойдется. Что ты сделаешь в первую очередь? Я, например, курильщик, но в полете бросил так бросил, уже и не тянет. Нет алкоголя в полете, нет женщин в полете. Но ты постоянно думаешь о семье, о своих близких, о жене. И ты же мужчина, и, естественно, физиология берет над собой верх. И вот думаешь, если все обойдется, и появляется желание выкурить сигарету, если все обойдется, появляется желание выпить рюмку, вина, коньяка, водки, в конце концов, неважно, если все обойдется, то думаешь, дай бог. И как приятно, когда все это получается после приземления. Весна, цветет степь, маленькие тюльпанчики вылезли из земли. К тебе допустили на третий день жену, а до этого ты уже
вырвал из рук своего товарища, своего друга, который тебя встречает, вырвал сигарету. И вкуснее этой сигареты вроде бы и нет. А рюмка коньяка, маленькая такая рюмочка. Но это продукт земли и солнца. А дальше встреча с родными и близкими, с женой в первую очередь. Слезы. Вот я сейчас говорю, я подавляю в себе эти слезы. Но комок уже здесь стоит. Я думаю, что это нормальные человеческие эмоции, нормальные чувства. Но вот мы затеяли разговор о чувстве смерти, о страхе смерти. Девять человек, по тройкам разделившись, значит, каждой тройке давался определенный вид наркоза. Ну, мне выпал такой, который всякие ощущения болевые снимает, но сознание не выключает. Все, что со мной делалось, все манипуляции, я их прекрасно до сих пор помню. Несколько раз я терял память, уходил как бы немножечко за предел на ту сторону. Ощущение очень интересное. Ощущение блаженства. Это очень интересные краски. Никакая не замкнутость в какой-то трубе, в какой-то, так сказать, в каком-то туннеле. Как бы во взвешенном состоянии, но это состояние блаженства. И каждый раз, когда возвращались снова память, сознание, конечно, мысль была одна. Вот опять возвратили, так сказать, в эти муки, вот в это состояние. Ну и за 2.5 часа где-то все это длилось. Но я, наверное, раза 4-5 вот в такое состояние уходил, как бы на ту сторону несколько. Но никогда не знаешь заранее, вперед, и никакой медик не скажет, что будет на конце. С каким запасом физическим, психическим, так сказать, придешь к концу эксперимента. Какой срыв будет психологический непосредственно после эксперимента. Кто как выходил из этого провала. А кто-то и не выходил. Это полный срыв психики.
Ну, естественно, как следствие, это раздоры в семье. Это раздоры в семье, потому что полусумасшедшего человека нормальные, в общем-то, и терпеть-то не будут, по сути, дома. Это и тяга к водке, так скажем. Ну, кто как, выходил каждый самостоятельно. Но многие, я говорю, по сути, до конца и не выходили вот от этого стресса психологического. Но официально медики, которые, казалось бы, так сказать, не только с нас должны были брать данные, но и следить за здоровьем, за нашим, так сказать, они официально нигде, никогда, ни в чем не помогали нам. Это было исключено абсолютно. Если только был малейшее было подозрение на, ну, что-то, скажем, не понравилось вот врачам-экспериментаторам, где-то предполагаемый срыв может быть с человеком, его списывали. И списывали под предлогом таким. Не говорили, что он по здоровью не проходит. Он просто не устраивает. Мы официально нигде, как испытатели, не фигурировали. Можно было проводить ведь не только для космоса эксперименты. Что, собственно, и делалось. Это было удобно системе самой. Вот. Иметь реальных людей, и как бы их нет. Ядро, зерно этих людей объединяло вот одно, это любовь к авиации, любовь к небу, это безусловно. В основном, как правило, это или неудавшиеся летчики были, или с детской мечтой приходили, которым очень хотелось попасть в небо, а тут как-то, в общем-то, хоть краешком маленьким, но космонавтика. Это было очень заманчиво. Вот это был стимул. Это был стимул. После тяжелейших экспериментов приходил, так сказать, более-менее в норму и снова его тянуло. Вот это борьба. А я докажу себе, так сказать, я смогу это сделать или не смогу. И вот каждый последующий раз, казалось бы, все, сил нет. Я брошу все и выхожу из эксперимента. Нет, до конца. До конца. Когда я шел в космонавты, я старался себя приучить к опасности. Я там лазил в горы, лазил под воду, участвовал в соревнованиях по авиационному спорту, парашютному спорту. И мне казалось, что, в общем, я могу встретить смерть так как-то, ну, спокойно, что ли. Оказалось, что я не смог. Очень стало страшно. Пот, дыхание стало очень часто, как у собаки. И вот такой страх, который, от которого вот надо было оцепенеть. То есть вот страх, который тебя сковывает и не дает возможности ни думать, ни двигаться, ничего не делать. То есть парализующий такой страх. Потому что я понял, что жить осталось примерно 5 минут, там, может быть, чуть меньше, пока вот корабль не врежется и не взорвется, так, как было, когда погиб наш космонавт Комаров.
Я пришла в центр управления полетом к последнему сеансу связи экипажа с землей. Корабль уже отстыковался от станции, и экипаж был готов к посадке. И вот на этом сеансе связи я услышала голос Янтаря-3, космонавта-исследователя Виктора Пацаева. Он сказал, что все в порядке, мы готовы к спуску. И голос этот был голос очень усталого человека, но голос в то же время человека счастливого, который уже чувствует, что самое тяжелое, самое тяжелое позади, труд. Теперь он готов к возвращению на Землю, и он счастлив от того, что окончил очень трудную работу. Вот я так услышала последние слова Виктора. До встречи на Земле. Шли сначала секунды, потом минуты. И вот мы слышим по громкой связи в центре управления полетом. Дежурный оператор сообщает, что вертолеты и самолеты службы спасения видят, как раскрылся купол над спускаемым аппаратом. И они его сопровождают. Опять вздох облегчения прошел среди всех присутствующих. Единственное только смущало, что экипаж не откликается на позывные Земли. Мне казалось, что если я вот сейчас, как это бывает в детстве, вот про себя буду все время повторять, что все в порядке, экипаж жив, то так оно и будет. Вот, может быть, такое вот у всех бывает желание, чтобы то, о чем ты очень хочешь, чтобы оно осуществилось. Если я буду молиться, желать этого, то это непременно осуществится. Помню, сколько уже было на часах. Только совсем уже было светло, окно было открыто. И помню, как уже и солнце взошло. И вот только когда открылась дверь, и в комнату вошло несколько космонавтов. Я только помню Быковского и Валю Терешкову. И вот Валя Терешкова подошла ко мне, сказала: Вера, мужайся, экипаж погиб. Thank you.
Все, все, готов я. Несмотря ни на что, тяжелые эксперименты, интенсивность их, усталость, нервы сдавали, так сказать. Я, тем не менее, считаю, что это время было очень интересное. Вот для меня большой период, так сказать, это нормальное, интересное время. Ну, для примера, та же операторская деятельность на каком-то стенде. Ведь когда начинаешь заниматься ей, действительно чувствуешь себя далеко-далеко от всех земных проблем. Чисто фантазия начинает работать. И в этом есть своя прелесть. Сейчас я думаю, что каждый полет, видимо, отнял несколько лет жизни. Так что, может быть, цена высокая. А с другой стороны, если считать, что каждый полет — это проверка себя, это какое-то, все-таки это как для ученого, это изумительная лаборатория, которая дает все. Я, бывало, работал и по 24 часа в космосе, потому что вот такие возможности. То опять, может быть, небольшая цена, даже если несколько лет жизни, потому что какой жизни? Какие годы потерял и какие приобрел? Ведь нам считают время полета день за три. А может, надо считать день за 100, потому что за 100 дней на Земле ты не получишь таких возможностей, впечатлений, эмоций, достижений, которые можно сделать в космосе. Космические акты следовали за другими. Перерывы между ними были очень краткими. А каждый новый шаг требовал создания и новых инструментов, и новой техники, и новых подходов. Поэтому в воспоминаниях все это представляется непрерывной чередой, не разделенной ни праздничными днями, ни отдыхами. Это была непрерывная череда какой-то деятельности, с ощущением того, что ты еще что-то не успел сделать или можешь не успеть, а нужно обязательно сделать.
Вспомните годы, когда летал Гагарин. Это была фантастика. Вся страна кричала, просто кричала, орала от радости. Это случилось. Мы победили. Полетел человек. Первый наш человек. Все последующие полеты. Чувство радости. Хотя люди, я вам честно скажу, не очень-то понимали, что там делать. Но это не важно. Это не важно. Человек преодолел, человек смог. Тем более советский человек. Я был очень горд. Я очень хотел полететь. Я это сделал. Я все это прошел. Но теперь, когда произошел переворот в умах людей, перешел переворот в состоянии нашей страны, мы оказались вот в этом глубоком кризисе, как бы это стало никому уже не нужно. Никто не знает, кто сейчас летает, сколько летает, кто полетит, кто летал. Сейчас человек хочет, чтобы от этого, как мы им обещали, как обещал Циолковский, что будут горы хлеба, как обещали наши конструкторы, что мы будем летать, и мы будем получать уникальные лекарства, мы будем получать удивительные сверхчистые средства, мы будем иметь уникальную связь там, и так далее. То есть человечество хотело бы иметь реальную какую-то пользу от космических полетов. Мы не решили, может быть, главной задачи, которая перед нами стояла. Мы решили задачу техническую о том, как летать в космос, как работать в космосе, как возвращаться из космоса. Но мы пока не нашли области естественной деятельности человека на орбите в условиях невесомости. Наверное, все-таки это будут, может быть, исследования, возможно, это будут эксперименты, возможно, даже будет строительство или хотя бы руководство строительством. Но сейчас мы пока этой вот ниши, этого естественного поля деятельности для человека еще не нашли. Я это воспринимал как своего рода поражение в своей деятельности. Не переживай. Да. Ну, а что делать, Саша, господи? Надо жить как-то, надо приспосабливаться. А остальное здоровье должно быть. И все будет. Верно. Так что вы там себя берегите. Давайте. Накачивайте свои мышцы, физкультурой занимайтесь. Ну, это особо этот... Это, естественно, занимаемся, но сама знаю, что дело не в этом. Ну, знаю, конечно, Сереж, но что делать? Уже 8 месяцев я здесь. А, кстати, сегодня как раз 8 месяцев. И наша система стимулирования, когда человека, что он работает, что не работает, все одна малина. Ну, Сереж, я тебе хочу сказать, что сейчас у нас такое творится, что, по-моему, уже никого никто не стимулирует. Знаешь, ты, сейчас... Я говорю, ребят, вам трудно понять даже, что здесь происходит у нас. Да. Так вот, и все говорят, что никогда не думали, что доживем до такого времени. И главное, что это еще не предел. Ну вот это самое интересное, где же предел? Ну не знаю. Трудно сказать, где предел, но то, что это не предел, это точно. Так вот.